Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Юрч, ребята. Сегодня со мной играет Димка Федоров, и это шоу Битворов в GTA 5. Здорово всем. Итак, ребята, часть нашей банды снова на деле. Сегодня мы постараемся найти, угнать хорошие тачки. И мне информатор позвонил на днях, сказал, что, знаешь, мажор, который раньше был, которого мы постоянно грабили, он, короче, плюнул и уехал вообще из города. И этот особняк купил какой-то другой типок, прикинь. Короче, его достало, наверное, то, что мы... красиво я снял. Достало, что мы постоянно грабим, поэтому я решил сегодня навести визит к его новому, так сказать, владельцу. Поехали, короче, посмотрим, что получится. 30 поехали. Минут у нас есть. Ездим, посмотрим, что там у него есть. Я сделал, как обычно, кирпич, короче, подставлю под ворота. Вот это хорошо, чтобы они постоянно не открывались, не закрывались. А я, слушай, вижу первую тачку. Это что такое? Опа. Я нашел. Это F60 такая прикольная. Изи. Ох ты. Интересно. Твой любимый ГТР? Понимать, это хорошо, да. На самом деле. Я нашел какую-то новую машину, это типа Ferrari F60, но оно прям какая-то получше, чем... Чего? Да, какая-то новенькая. Так, ладно, хорошо. А, я знаю, она вроде неплохая такая, кстати говоря, быстренькая. Ну, посмотрим, надо будет под капот, ребят, потом залезть, не знаю, где-нибудь у Бенни там пошаманить, может, там реально все очень хорошо. Слушай, ну вторая тачка прям меня порадовала, это, конечно, не новиночка, но это Бэха быстрая, заряженная, я там видел что-то золотое. Золотая жопа золотая. Я нашел формулу. Формулу? Блин, дорого-богато. Которой ничего не осталось. Ёж, да, действительно. Ты где у тебя восьмую? Передники, задники. Все потерял, все оторвал. Передники, задники. Сломаны, брат. А ты как из формулы смог выпрыгнуть на байк, скажи мне? Это же невозможно физически вообще. Слышь ты, песик, иди отсюда. Я фокусник. Фокусник. Сказочный, наверное, причем. Да-да. Опа, а это что такое? Так, это была золотая жопа. А, это АТС-ка какая-то. Ёшкин ку... Ёж! Чего? Он любитель гонок, что ли? Что такое? Тут какие-то новые тачки гоночные. Окей, посмотрим. А садовник побежал, кажется, в город. Себе? Да, я тоже что-то удивился. Я так одним глазком взглянул туда, и это что-то прям нормально. Забор за соседями подглядываешь, да? Понимаю. Неважно. Кстати, у меня новый чит, это Бэха. Ёж! Ты меня трансформатор откинул, ладно, хоть он меня не сбил. А что у тебя такое? Все дурное, теперь достал. Выглядит как, не знаю, MS-1 какая-то интересная тачка, ну что-то прям такое. Новый чит Бэха? Новый чит Бэха, да. Старая, типа, к счастью, она выжила, что ли? К счастью, та потерялась, которая была, там был страшный хендлинг, а это получше, вроде как, сегодня протестим. Слушай, у меня золотой гоночный Феррари, это, наверное, стоит ультра дорого просто. Ребят, напишите в комментариях, если знаете. Я такую тачку вообще первый раз вижу. Кто-то, короче, на выходных не отдыхал, а работал, я так понял, да? Может быть. Ой-ой-ой, а ты что, дрифтун-то такой? Сейчас увидишь тачку, прям тебе понравится. 4, так, я 4 пригнал. Смотри, она по-любому дорогая. Пацаны, да, я видел ее, это такое себе на самом деле. Да? Ну, счет выставишь потом как-нибудь, может быть оплачу, может быть нет. Ты что, дурак, что ли? Тебя ж потом спалят. Просто распилить и продать. Не целиком тачку, то хотя бы вес золота. Так, слушай, ну в целом неплохо, у меня еще есть тачки, поэтому давай угонять. Это реношка новая, я такую уже видел, ребята, футуристичная. Ну, она отвратительная. Я ради кулит угнал. Зато как открывается, ребята, напишите в комментариях, просто что думаете, видели эту тачку или нет, она прям реально из будущего такая. Ты ее, наверное, видел. Она как называется? А, это та, которая с красными этими. Да. Я ж подсмотрел за забором. У нее там прям поднимается вся вот эта передняя часть. Терзер называется, что ли? Что-то типа того. Да, видел. Рено, по-моему, какая-то. Да, это Рено. Прикольно, на самом деле, тачка. Ну, интересная, как минимум, а вот в плане езды, конечно, я сомневаюсь. Ну, блин, то, что вверх поднимается, так, это, блин, хороший концепт-кар. Так, а у тебя еще что-то новое. Ну, да. Гоночный ну, какой-то агрегат. Я нашел, кстати, ГТР прикольненький. Что-то я чувствую, там соседи, откуда ты гоняешь, у этого мажора тоже в шоке будут, да? Вот так вот. Пока они на Мальдивах, мы у них работаем. Богатые, думаю, как бы не заметят даже. Знаешь, мне кажется, конечно, не заметят, потому что это все застраховано, братан. Им это возместят, может быть, даже еще и плюсом. Тем более все в курсе, как бы. Я бы на их месте нас нанимал тачки угонять, нам бы еще и платил за это. Так, ладно. Ну да. 10%, я согласен. Ух ты. Я и тачку продам, наварюсь, еще и бабки заработаю. Да, что нет. Слушай, Марс прикольный. Шикарный MG. Мне тут что-то скотч-терьер или кто-то меня раздражает. Серьезно? Так, ладненько. Кстати, у нас, возможно, Димка-то скоро минусуется. Да? Почему я минусуюсь? Ну, ты не, я жив, цел, здоров.
пока что. Коронанай? Коронанай, да. Пока еще не подтверждено, поэтому не надо раньше времени говорить об этом. Зато втихаря ты гундосишь, что это слышно. Кто, ребят, услышал, что Димка немножко гундосит? Плюсик в чат. Вот реально интересно. Желайте мне здоровья и подписывайтесь на мой канал, ссылка в описании. Короче, подписываться не обязательно, но хэштег живи можно. Так, слушай, это что, FPN, из которого ты вывалился? Подписывайтесь на меня. Да у меня и так подписок нету в последнее время. Какая-то прикольная машинка. Сочувствую, брат, у меня все хорошо, в принципе, с этим планом. Вообще плечально. У меня YouTube из рекомендов выкинул. Я, короче, вчера смотрел. Минус 70% канала из рекомендов в минус. Я в шоке. Понимаю, так, братан. Слушай, у меня последняя машина. Ну, мы вроде с тобой так не спеша справились. Уйдите, пожалуйста. Уйдите, пожалуйста, не хочу вас давить. О, боги, я КТМ-ку нашел. КТМ? Это чё? Да, это просто ужас. А, это маленький такой гоночный, да? Такой типа багги. Да-да-да. Да-да-да, чепух. А чё ужас? Он прикольный вроде и быстрый. Ёшкин кот. Да какой он прикольный, ты чё? Понимать. Так, ребят, ну давайте посмотрим на хабар. Новых тачек полно. Это новенькая... FPN или не FPN, странная какая-то ламба. Гоночный болид вот такой на Mercedes, похоже на это вроде не Мерс. Так. Ну, плюс-минус интересности. У меня тут из новенького тоже, типа, Реношка, Феррари какая-то, еще одна Феррари, BMW, хотел ее, как обычно, Бугатти называть. И, короче, вот такой Lexus. Ладно, я не, предлагаю... Мне это прям нравится, прям классненькая такая, она такая, типа, за четвертый что-то похожая. Короче, давайте протестим новые тачки. Посмотрим. Погнали на смертельный шаг. Давай, поехали. Ребята, здесь у меня BMW против новенькой Феррари. Что за Феррари? Давайте посмотрим. California End. Интересно. Ладно, поехали. Раз, два, три. BMW рекомендует Castrol масло, да, я так понял? Хотя почему масло? Это не масло. Слушай, а мы с тобой прям... Это масло. Кастрол — это масло. Тихо! Ты куда? Вот этого, вот этого я и боялся. Я прям видел... Это не я. Ни хаты там. Ты сколько бублика сделал? Вообще. 5-7. Просто закрутило, как на льду. Так, спокойно, пацаны. Короче, бэха под капотом заряжена. Там более 250 лошадей, но едет она лениво. Прям охренеть как. О, локочки не любит! Понимаю. О! Ого! Посмотри, панта какой там прокачанный. Стритсракер на панта. Блин! Чё? Ты с ним поцеловался? Я, короче, ехал, никого не трогал. И грузовик прямо передо мной в метре заспаунился. А, жиза. Панта тоже увидел. Жиза, я такое ловил. Короче, бэха отвратительная, ребят. Она хорошо летает, это я точно знаю. Она попадалась в одном из экспериментов прошлых, поэтому посмотрите, если не смотрели. А, но, блин, она не едет. Да, я прям просто слышал. Понимаю. Ты мимо проехал, и звук такой, тык, глухой. Просто как будто башкой в дерево просто тюкнулся. Ладно, понимать. Только в здание. Только в здание. Короче, ребят, оценивайте машины в комментариях, какая машина вам больше приглянулась. Бэха вот эта смотрится, конечно, козырно, то есть она прям идеальная. Ей бы хендлинг хороший, и из нее вполне получился бы неплохой чит, я думаю. Воу. Воу. Но у нее подвеска ужасная, она слишком низкая. Вот, смотрите, видите, колесо проваливается под землю аж. Слушай, я доехал, а это мой балл. Ты там очень-очень далеко, я так понимаю. Ё-май, ладно, поехали на следующее испытание. Так, ребят, у нас два гоночных болида, очень похожих. У меня тут шины Пирелли, у тебя тоже Пирелли, кстати, интересненько. Рено, Инфинити, Castrol Edge опять. У тебя там какая-то Софина, понимаю. У меня под капотом 381, поэтому, братан, давай. Ну, у меня тоже немало. Раз, два, три, поехали! Хороший старт. Нифига. Нифига пошел. Так, у меня такое ощущение, как вот у меня машина тормозит из-за передней хернюшки вот этой. 280. Ну, у меня тоже. Ну, ты что-то быстрее ушел. 300. У меня, короче, передний... Так, и мы сейчас в обратку проедем ради интереса. Я сейчас нос сломаю об стену. Мне кажется, он меня тормозит. 350. То же самое почти. Бам! Все, сломал нос. Айда ради интереса в обратку. Что-то мне кажется, он реально меня тормозил. Ну, давай попробуем. Давай. Раз, два, три. Прикинь, нос тормозил. Открытый впереди. Ну, они максимально похожи, смотри, ты чуть-чуть быстрее. Забудь. Изи. Прикол, да. Ну, прикольные формулы, ребята. Смотрите, и туда, и обратно едет неплохо, но у тебя что-то она побыстрее. Так, хорошечно, это финиш. Ну, 330. И твой балл. У меня тоже 330. Я так понимаю, тачки одинаковые, твоя чуть-чуть быстрее. Ладно, погнали на следующее испытание. Давай, поехали. Дисциплина дерби. Новенький вот такой вот гоночный Lexus против радикала вроде как. Давай попробуем, поехали. До двух побед, давай, ребят. Поехали.
странная немножко тачка, она такая шлифующая, напоминает мне Мерседес. Какой это старый! Я чуть рикошетом не улетел. Радикулит, тащи. Радикулит. Это прикольно сказал. Тихо, не смеши меня, то я сдохну. Что? Ты на меня только заехал, что ты понимал. Говорится, если есть чувство юмора, значит, ты еще покажи. Потом уже можно писать «пропало». На. Да, понимаю. Окей. Нырнул красиво, просто машина для этого и создана, смотрю. С щучкой прям. Так, давай. Поехали. Давай. Короче, максимально странные тачки обе. Но у тебя машина легче просто, вот и все. А так да. Они такие овощные особо. Тебя просто офигенно все по тачкам. Ну, может, кстати, и по массе неплохой Lexus. Но я бы не сказал, что прям он шикарный. То есть, смотри, он тоже дрифт. Хорошечно, ребят, 2-1, погнали на следующий раунд. У нас здесь... Прово МО-31. Вот такая Феррари, непонятно. Ну, гоночная точно, наверное, я там, не знаю, испытывалась в гоночках. У тебя... Что за тачка вообще, кстати? Значок непонятно. Я не знаю даже, что-то какая-то хрень. Ну, я действительно. Поехал. Короче, прыжок в льду, ребята, на двух баллонах нитро. Я так понял, Димон не поставил. Посмотрим, кто улетит дальше. Новые машины летают. Ну, я не поставил, но бывает такое, что не ставится почему-то. Два раза надо, замечал тоже такое. 1550 я разогнал. Машина легкая, но минус морда просто. Она сломалась, у меня тапки торчат. Сколько ты разогнал? 1550 на двух баллонах нитро. Хера, 900, брат. Серьезно? Понимаю. Кто-то мне сказал, что эта тачка летает, поверил ему на слово, поэтому облапался. Не слушай соперника, понял. Я поймал рикошет, улетел дальше. Здесь ферма, там, не знаю, огурчики выращивают, наверное. И прям в дерево упал. Чек энджин еще. Все, валим, она сейчас взорвется, ребята. Мы из банк-арена. Ну, понимаю, да, со скоростью 900 км в час далеко не улетишь. Хотя она вроде, блин, прыгала, хотя я ее, может быть, и перепутал. Ладно, погнали на следующий раунд. У нас спринт-гоночка с копами. Едем 6,5 км до винограда. Раз, два, три. Это, кстати, праворульная, я смотрю. Поехали. Воу, новенькая М8. Да, ты что ты делаешь-то? А, я панта не трогал, а походу рассинхроном еще плюс с тобой, я его все-таки вынес. Понимать? Короче, слушай, Бэха неплохо разгоняется, но она в поворотах прям жу-жу-жу. Вообще ни о чем. Жу-жу-жу. Я тебе сейчас все зажу-жу-жу. Чё? И тебя я засужу. Ты там сиди, не жужу. Так. Ну, поехал, тормози, брат. Оп. Надо ждать меня. Ну, и, кстати, я еще ни в одного копа не врезался, только копы стреляются еще. Это плохо. Ну, в целом, по прямой ехать на бэхе можно. Далеко не идеально в поворотах, конечно. Был бы вайнвуд, было бы прям вообще жопа боль. Но это намного лучше, чем бэха, которая была до этого. Да куда ты... А, короче, знаешь, она даже оттормаживаться успевает, правда, тормозный путь немножко такой большой у нее. Что сделал? Живи. Я ударил копа, он отлетел на миллион километров вперед. Понимаю. Ну, это нормальное явление. А, кстати, ты в курсе, что у нас кусок реки вырезали? Просто чего? Кто посмел? Просто была река и нет реки. Ну как, она есть, просто а кому-то ее обрезали, ну, куска нету, и потом дальше опять река есть. Потом покажу. Она что, еврей, что ли? Шутки одни. Кто бы сомневался. И главное, это опять одна и та же тема. Понимаете. Ну, извините. Школьник есть школьник. Как говорится, А наболевшего, окей. Че, сильно заживало долго, что ли? Да-да. Понимаю. Я приехал, ты где-то на повороте. Неплохо, ладно, бал за мной, избавляемся от копа. Да, меня все копы ловили. Ну, понимаю. Ну, это радостно. Съезд горы Чилиат прямо в дырдочку. Новенькая Реношка против АТС, вроде. Хер знает, что за марка. Напишите в комментариях подробнее, если знаете. Раз, два, три, поехали. Красная крыша, красный кароса, хареуса, халёва. Короче, отвратительная тачка, на самом деле, в управлении, это я знал. То, что она еще и... Тачка топовая. На нах. Ты мне жопу погнул. Новую запилишь. Ну, мне кажется, тут тоже бесполезно. Варишь. Она, кстати, не переваривается и переворачивается тоже. Ну, не переваривается у меня в голове, а, короче, как квадро. Ох, я на задних колесах ехал, чё? Ой. Живи. Ой. Вот так вот, ребята, коронавай, не надо подхватывать. Такое себе. Я не хотел, так получилось. Да, мама, прости, если смотришь. Забор ставил и вот поставил себе.
Так нет, ты даже не там заболел и не там заразился, а чуть-чуть по-другому. Когда сосал? Коленцу. Чего? Наверное. Не знаю. Посмотрим. Уже какая разница, как говорится, уже болею. Ну тогда да. Но пока не точно. Это точно уже. Все симптомы говорят о том, что точно. Потому что запахов нету. Ну да. Зато можно пернуть под нос и не будет вонять. Вообще красота. Тебе. Я скажу еще женщина, а в чем кайф тогда пердеть тебе под нос? Не знаю. Это я образно говорю, чтобы все понимали, насколько все хорошо. Короче, школьник дурак, ребята. Не будьте как он, будьте как я. Погнали на последний раунд, пока все неплохо. Нашелся умный. Да, Готарк я решил взять на это испытание, сбросить с горы чили от краш-тест. Газовать, тормозить не имеем права, только болванку крутить. Задача добраться дальше, чем соперник, хотя бы. Не то, что до подножди. Угу. Поднимать, давай! Юма, ты видел, как я охеренно отлетаю? Не знаю, как я все пролетел. Давай! Я вижу, как ты падаешь. Просто Габел остановился, ребята, на жердочке не хватило. Но это нормальное явление. Быстрый раунд, твой балл. Ты, кстати, до сих пор ешь? Или застрял? Застрял уже вроде, да? Ну, ехала уже все. Ну, такая уже непонятная все. Малютка. Что ж, балл за тобой здесь. Предлагаю сделать последнее испытание. Отправляемся. Последнее испытание по стрелушке. У нас вот такая вот зона будет. Чисто зеленый квадрат. В нем можно кататься. Но и задача взорвать противника. Погнали. Только огнестрел. Ну и нате. Ух ты. Себе на... Нате. О, что, бля? Чё? Я все, я взорвался. В смысле? О! У меня тачка взорванная. Я, конечно, тебе прям бензобак изрешетил в упор, но... Ты, чтоб ты понимал, ты у меня все время простоял на месте, а потом херак в одно мгновение, и ты взорванный. Чего? Я уже, ну, когда я стоял на месте, я просто вышел из тачки, потому что взорвалась тачка. Ну, короче, да, с УЗИшки тачка очень быстро взрывается, это тоже. Я прям бензобак я расстрелял в упор, пока ты стоял у меня, грубо говоря. Может, это рассинхрон был, но интересность. Что ж, ребята, моя победа, но в любом случае, пишите в комментариях, какая машина вам больше всего понравилась, ставьте лайки, подписывайтесь, всем пока. Воу. Всем пока, ребят.